Все так загадочно начинают перископ, смотрит вверх, смотрит в бок. Гексогенчик, Даша пришла, Светик пришел. Гексогенчик. Маруся. Тротильчик. Привет, ребятки, девчонки. Да. Сегодня мы собрались с вами здесь в рубрике «Стоп-цена». Мы будем вам предлагать дешевый комбик. Точнее, не самый дешевый комбик, по очень дешевой цене. Мы будем про него рассказывать, показывать и играть вам на нем. Сегодня это Хайват G20. Отличный комбо. Что про него мы, Алексей, можем рассказать? Ну, во-первых, мы можем про него рассказать, что это комбо 20-ваттной мощности. Динамик, скорее всего, шестерка. Может быть, восьмерка, но вряд ли. Вряд ли. Имеет канал перегруза с легкими регулировками, а также стандартный канал чистого звука. Никаких реверов, никаких штук, только разъем под наушники. Сейчас Алексей попробует что-нибудь исполнить на гитаре фирмы VGS. А мы послушаем. Как мы видим, чистый звук достаточно приятный. Может быть, на неке что-нибудь поиграем? Почему этот комбо попал в рубрику «Стоп-цена»? Сейчас вы это узнаете. В этом так. Комбике как бы есть перегруз, но его лучше как бы не включать. Я включу. Вот, мы его включили, сейчас попробуем на нем что-нибудь сыграть. Заткните ваши ушки и начинаем слушать. А, вот. Кстати, знаешь, неплохо звучит. Но с глушением лучше не играть. Покажи с глушением. Солички на неке. Вот, гексогенчик пишет, что не так уж приплохо. Да, в принципе, с гексогенчиком можно согласиться, потому что вы получаете звук 70-х годов так, как он есть. Прям Тони и Йоми. Да. И самый в финале мы скажем самое интересное. Сколько же мы хотим за этот комбик? Мы предлагаем его абсолютно новый вам всего лишь за 5000 рублей. Ребят, 5000 рублей, 20-ваттный комп для домашних занятий вполне придет. К месту, скажем так. Несмотря на то, что у него достаточно мрачный родной перегруз, я думаю, что если вы у нас подберете какую-нибудь, например, педали вот из этой кучи, то вполне сносные штуки можно. Да, на нем... то есть чистый канал вообще отличный, перегруз доступный, и всего лишь за 5000 рублей эта вещь может стать. И давай, в конце просили Пантеру, давай попробуем сыграть Пантеру на этом перегрузе и пойдем показывать это все людям. Знаешь, Алексей, я даже соглашусь с гексогенчиком, не такой уж и плохой звук. А если вспомнить, что за 5000 рублей вы получаете фанеры очень много, динамик, крутилочки и отличный чистый канал. А перегрузом можно просто не пользоваться. Давай, я контур. Смотри, вот так сейчас я сделал, можно Пантеру поиграть. Давай Пантеру покажем. Ну что ж, ребята, рубрика «Стоп-цена» подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Алексей, помаши всем ручкой. Всем пока.